Лиговская 4 и, ну и сам Кузька, тот самый Кузька, который только что сейчас стал появляться. Пока его еще немного, и он только на краях и на самых высоких стеблях, торчащих колосках, потому что ему, видать, не нравится быть где-то внизу. Он уже летает, делает первый облет. В середину, я думаю, пока он еще не хочет лететь. Лиговская 4 также выглядит, начинает желтеть от недостатка питания. Опять же, питание это может связано быть как с дефицитом почвенной влаги, так и дефицитом элементов питания. Ну и плюс, опять же, естественное физиологическое старение самого растения. Все это, естественно, происходит пятнами, потому что как наличие влаги, так и по элементам питания нет равномерности в поле. Всегда, и особенно на рельефных участках, всегда есть эта пестрота. Она будет природная. Выровнять как бы по плодородию поле, я думаю, что невозможно. Лиговская 4.